Всем привет! 35-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 16 февраля. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день. Если вы хотите, чтобы Зейнеп вернула свою прежнюю жизнь, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. На вечеринке Зейнеп поразила всех своей красотой. Кто-то даже предложил ей и Халилю станцевать первыми, чтобы открыть танцпол для остальных. Халиль с радостью пригласил Зейнеп на танец, а она была в шоке. Но когда Халиль увидел Орхана рядом, он пришел в ярость и снова оскорбил Зейнеп, сказав ей обидные слова. Он напомнил ей, что сев с ним за один стол, Зейнеп не сможет вернуть себе прежнюю жизнь. Зейнеп расплакалась, потому что она на миг поверила, что Халиль добрый и хороший человек, но его внезапный гнев ее пугает. Сунгюль боится, что Зейнеп испортит ей весь план. Она следит за каждым ее шагом и старается при удобном случае опорочить ее перед Халилем, чтобы их поссорить. Под конец вечеринки Орхан вышел на сцену и решил при всех кое-что сказать. Скорее всего, он сделает Зейнеп предложение. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.